Информационное агентство «Владньюс» разыгрывает живые елки. Первые счастливчики уже забрали новогоднее настроение к себе домой. Когда выиграли, вообще настроение обалденное. Дети очень обрадовались, что будет живая елка. Поэтому как-то так вот. Спасибо вам большое, что устраиваете такие акции. Жена как раз сказала: хочу елку. Ну, живую, у нас искусственная. И вот как раз начался вот на следующий день розыгрыш. Я выиграл. Чтобы стать обладателем главного символа Нового года, необходимо зайти на сайт «Владньюс», после чего перейти на бот Мороза и выполнить все условия розыгрыша. Ну и, конечно, ждать звонка от ведущих «Радио Лема» и «Радио ВБС». Ты звонишь человеку и говоришь: здравствуйте, елка надо? Он сначала так: алло, да, а потом: да, да, да. И ты понимаешь, что ты сделал человека счастливее. В эту минуту, в эту секунду ты подарил ему реально новогоднее настроение. И оно потом компенсируется, оно к тебе возвращается. Напомним, всего разыгрывается 48 елок. Ежедневно по будням три победителя будут забирать новогоднюю красавицу домой. Артем Белов, Елизавета Драгомирова, новости на восьмом.